армия 2017. Минский завод колесный, тягач. Да, моделей набрали точно сюда. Тамбовский пороховой завод. Застряли прямо в стекле бронезащиты. Походу на этом стенде фотомодели рулят.
серьезный. Красавчик, лучший друг человека – это робот. Наслаждаюсь праздником, а что ты тут делаешь? Не обижайтесь, но не могу же я знать все на свете. Циркуль, нутрия, люмбун, я вообще-то много слов знаю. В одной коробке пули отличаются до 9.09 грейна. У нас максимум 0.09. Я люблю выставки. Всегда можно увидеть так много заинтересованных людей. Робот красава. Красавчик, привет. Я тебе нравлюсь. Он со мной разговаривает. Привет, как бы. Наклонись, чё, не видит. Он тебя не видит. Он не видит. Вот, давай, вот это. О, я ничего не понял. Давайте лучше про чё-нибудь другое расскажу. Мама купила в магазине 2 тонны конфет и 2 тонны карамелек, принесла их домой и разделила поровну между 2 детьми. Сколько сладостей получил каждый ребенок? Ха-ха, не знаю насчет сладостей, но сахарный диабет они получили. Нет, точно. Чеки. Он чеки выдает только. Чеки здесь покупают. Интересно.
беспилотники. Не, ну они, конечно, купили... Ну что, ребят, кому сюда? Заходите. Пойдем. В системе безопасности России университет призван стать авангардным звеном, внедряющим и распространяющим передовые знания и методики подготовки спецназа. Его миссия – осуществить работу повышения обороноспособности страны, усилить ее позиции на международной арене и подготовить к современным работам любого типа. Название «Российский университет спецназа» отражает широкое разнообразие программ подготовки и государственный масштаб деятельности. В английском языке также используется термин «спецназ». В международном обиходе русский термин обозначает феномен сил специального назначения бывшего Советского Союза, а теперь и России. Выбирая такое название, университет подчеркивает свою роль главного учебного заведения сил спецназа страны, открытого сотрудничеству с иностранными партнерами нашего государства. Русская и английская транскрипции удалось довести единообразие и кинозвучие, что отражает связь университета с Россией, Пакистан и перебежной политикой, нацеленной на обеспечение международной безопасности. Слово «Славянский» обращается к основной идее университета. Победа в современных условиях стоящей непревзочетаемой силы, выносливости и отваги, своевременного высокотехнологического оружия, специальных навыков и глубокие знания широкого спектра дисциплин. Китай. Спасибо.